Всем здорово, пацаны. Очередные посылочки пришли. Сейчас распакую две штучки, короче. Вот такая посылочка пришла. Ух ты! Пацаны, заказал зеркало и пролетел с размером. Заказал, пацаны, зеркало вот такое на мотоцикл и пролетел с размером. Маленькое, короче, пришло. Ну ладно, вот такое зеркальце. Пойдет. Но есть побольше, но у меня ссылка есть. Покажу, на мотоцикл установлю. Вот, смотрите. Вот он мой авансисик. Хоп, как смотрится. И вторая посылочка, пацаны. Сейчас вторую. Ну, вторая, понятно, что у меня там пришло. Сейчас я вам покажу. Вторая у меня крепление для камеры GoPro-шки, пацаны. GoPro-шка, Сонька. На шлем. Сразу с болтом. 200 рублей стоит. Имейте в виду, короче, есть без болта, есть с болтами. Что болт хреново закручивается. Вот такая, вот такое крепление, короче, на шлемак. Вот это, ну, как резиновая такая, двигается, в принципе. Тут подложка. На шлем так крепишь и камеру. Все, тоже покажу попозже. Все, подписывайтесь на канал, смотрите, всем пока.